беременность, и уже не маленькая. Мать Тимати ошеломила признанием. Симона Юнусова известна не менее своего сына, рэп-исполнителя и продюсера Тимати. Женщина откровенно рассказала о своей беременности и о том, как ее отправили на аборт. У Симоны Юнусовой два аккаунта в Instagram. Первый она посвятила близким и родным, второй использует для мемуаров. Она откровенно рассказывает историю любви, несостоятельности взрослых, становления, принятия и прощения. В качестве главной героини выступает сама Симона. Она влюбилась, ее чувства оказались взаимны, и вскоре она узнала, что беременна. Тогда мать повела ее на аборт. Честно говоря, я давно чувствовала себя плохо и даже фантазировала, что неизлечимо больна, а он сутками сидит возле постели и борется за мою жизнь. Вечером я рассказала о своих недомоганиях сестре. На вопрос о том, есть ли повод беспокоиться, я искренне ответила, что не знаю. Было решено на следующий день пойти к ее врачу. Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Привет, рассказала Симона. У гинеколога она оказалась впервые и страшно волновалась. В этом вопросе она была абсолютно неопытна. Доктор внимательно посмотрела на меня и пригласила в кресло. А дальше она стала задавать вопросы, значение которых я просто не понимала. Промучившись со мной минут 20, она устало спросила, как часто мы были вместе. Я ответила, один раз, доктор вздохнула и вынесла вердикт, беременность уже не маленькая, поведала женщина. Врачу необходимо было сообщить об этом в школу, а через день Симону с мамой пригласили на прием, чтобы решить, что делать дальше. Она призналась, что больше всего боялась реакции отца, которого сильно любила, боялась потерять его уважение. На завтра по дороге в школу в утренней темноте я увидела папу, гуляющего с собакой. Свет фонаря осветил лицо, и я заметила, как он вытирал слезы. Ни до, ни после я не видела, чтобы папа плакал, так я поняла, что он уже все знает, отметила Симона. Публикация фотографий из Instagram. Было принято решение прерывать беременность. Она подчеркнула, что с ней никто ничего не обсудил. Мама просто сказала, что мне надо думать о том, как закончить школу. Пояснила Симона. Родительница привела ее в больницу, передала нянечке и ушла. На меня надели застиранную больничную сорочку, посадили в очередь. Тогда было так, и я 16-летняя девочка, в полном одиночестве осталась ждать. Завершила свой рассказ Симона. Отметим, что сейчас у нее двое взрослых сыновей. Откровенный рассказ Юнусовой произвел неизгладимое впечатление на подписчиков. Я прослезилась, очень жалко ребенка, 16 лет, и такая взрослая ситуация. Ох, вот эта история Симона. Вы, смелая женщина, что так открываетесь на всю страну. Симона, хочется обнять вас крепко-крепко. Ох, хочется плакать. Высказались ошеломленные подписчики. В тексте мать Тимати отметила, что у истории будет продолжение. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Американцы погнали засидевшегося Лукашенко в отставку. Я не проститутка, а индивидуалка. Жрица любви ошарашила Борисова прямо в эфире. Обнаглели. Андрей Малахов заступился за униженную пенсионерку. Раскрыты подробности встречи Зеленского с Трампом. Вы хотите ребенка, а он нет. Корчевникова возмутило безразличие Ефремова к беременности возлюбленной. И многое другое.